прекрасной эпохи. Его карьера прошла сначала в Италии, где он стал певцом королевы Маргариты Савойской, а затем в Великобритании с 1875 года, где он был назначен мастером пения королевской семьи. Его друг король Эдуард VII возвысил его до сэра Франческо Паоло Тоски. Его произведения исполняли такие знаменитости, как Энрико Каруза, Карло Бергонце, Лучано Павароти, Хосе Каррерас. Во многих сочинениях композитор воспел стиль итальянского бельканто. Франческо Паоло Тоски, Андантино, исполняет Кутузо Собор. Thank you.